Привет-привет, с вами Кейт. Сегодня на канале Малышерин ТВ я поиграю в съедобную планету за пингвинчик. Так, посмотрим, что тут у нас произошло. По-моему, это потепление всемирное какое-то. Они все высаживают яйца. Почему оно зеленое? Что? Что, простите? Пингвин куда-то улетел? Да ладно, летающий пингвин, такое бывает, что ли? Ох ты ж, он еще и мурашей каких-то ест. Это ж комарики, давай попробуем. Прошу прощения, но что это за коричневые штуковинки? Они как-то очень странно выглядят и очень похожи на чьи-то испражнения, если честно. Ну ладно, не будем об этом. Ой. Так, и вообще, где я? Где я? Интересно, где я и кто я? Фу, что-то неприятненькое съелось. Давай комарущинск есть тогда. В общем, мой пингвин научился летать. Кстати, ставь лайк, если ты видел пингвинов или пингвинчиков. Да, и не забывайте подписываться на мой второй канал, где я играю в Roblox. А я пока попробую вот этого большого. Ой, ё-моё, он меня укусил! Так, и вообще, почему я 8-миллиметровый пингвин? Такое вообще бывает? Мне кажется, пингвины побольше вообще размерчиком-то. Ладно, давай Ай, ё-моё, ёшкин-кошкин, да что ж они... Давай малышей погрызем. Ням-ням-ням. И камушек. Ну, надеюсь, что это камушек, а не то, чем я думала в самом начале. Потому что если это то, о чем я думала, то это лучше не есть. Так, где тут малышня? Малышня, идите ко мне, я сейчас вас проглочу. Так, а там у нас что? О, я больших тоже могу есть. Наконец-то! Наконец-то повеселимся. Вот так-то лучше, так-то поинтереснее. Хм, это мы вообще где? На коробках каких-то? Это реально какие-то мышиные кокули, фу! Фу, пингвин, ну не ешь ты всякую пакость! Это явно лучше не кушать! Это очень странные какие-то вещицы! О, палки могу есть, отлично! Хо-хо, вот это началось веселье! И бабочки! Наконец-то могу перекусить по-человечески! Так, этот камушек, надеюсь, что это камушек был... Это мы тоже все съедим, ням-ням-ням. О, вот это я уже понимаю. Да, пингвин так пингвин, хоть не малышовый какой-то, а то совсем какой-то малюсенький. Так, это что такое было? Это кто такие вообще? Это что, летучие мыши? Что? Откуда они здесь? Ой, она меня кусила. Ох ты ж, какая злодейка. Вообще меня кусать нельзя. Так, вот здесь, кажется, ничего нет. Ой, здесь что-то такое. Какой-то мусор, по-моему. Везде какой-то мусор разбросан. Так, ладно, ищем, где у нас есть бабочки эти маленькие. И есть ли что-нибудь еще съедобненькое. Там вот есть палочка, но я до нее добраться не могу. Нет, добралась. Ага, теперь я могу и шашлычок этот съесть. Отлично, ням-ням-ням. Вот тоже повкуснее становится. Когда есть что перекусить. Ой, опять она кусается. Да? Ой, ёшкин макарёшкин. Ты, пингвин, будь аккуратней вообще. Что ты тут творишь, несусветная? Тебе ж, наверное, еще выжить надо в этом мире. А то так тебя эти поганцы съедят и вообще не оставят тебе ничего добренького. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он так и летит на них. Не, это не очень хорошая идея была. Так, ладно, давай смотрим, что мы тут еще можем перекусить. Вот это мы перекусили. Фу. Кстати, пингвинчик вполне себе милое создание. О, наконец-то я этих тварей могу съесть. О, понеслась. Так, посмотрим, чем еще тут. А это кто? Сова? Хм, мы на улице, походу. Я-то думала, что мы в помещении. Мы, наверное, на какой-то мусорке, что ли? Раз здесь только мусор нести всякий разный. Так, ладно, давайте ускоримся и попробуем все съесть. А то, кажется, мы ничего не заработаем там. А нам же, наверное, еще очки какие-нибудь надо заработать. О, мусорок, сейчас мы тебя съедим. Вот так-то лучше. Чтобы до коробок дорасти, вообще было бы очень круто. Просто офигенски. Ой, это сова, она меня испугала. О, малютка, иди ко мне. Так, я никого не вижу, а вот еще одна малюточка. И еще одна малюточка, и еще одна. О, вот понеслась. Да что ж ты в сову-то поврезаешься? Зачем тебе это надо? Посмотрим, кого ты еще можешь съесть. Так, походу, только этих летучих мышей. О, птички, летите ко мне. Я вам ничего не сделаю. А нет, сделаю. О, слышали? Она там ухает еще.
Прикольно. Ура, 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 ура. И нет, опять мы не заработали даже одной звезды. Ну ладно, второй уровень. Итак, опять что ли я маленькая? Да что ж такое-то? Ой, я походу все в том же мире, где я была. Так, и совы решили за мной охотиться. Они обиделись что ли? Да ладно. Совы, не надо на меня обижаться. Я же не хотела, я же не специально вообще. Я просто кушать хотела. Так, быстрее. Надо нам быстро вырасти. У нас миссия дня. Быстро вырасти, и чтобы совы меня не сожрали потом. Так, вот птички, вернее, эти летучие мышки. Блин, сова летит. Ноги делаем отсюда. Вернее, какие ноги? Крылья делаем отсюда. Вот так-то лучше. О, еще перекусик, иди ко мне. И эти два, и вы тоже летите ко мне. Фух. Так, надеюсь. Ой, ёшкин, макарёшкин! Да блин, Надья, что за мной охотятся? Вы чё? Я вообще что-то делала? Ну, съела пару ваших... Они тоже их съедают? Ё-моё! Они, кажется, хотят мою еду забрать. Так, ладно, давай ускоряемся. Ага. Я могу их бортовать. Так, а если их попробовать бортовать реально? Так, посмотрим. О, я нашла скопление еды. Так, а если вот так вот... Опа. А, нет, не так. О! Нет, что-то не получается бортовать. Ага! Ладно, я сейчас проиграю опять, да? В общем, это была плохая стратегия. А какой стратегии ты придерживаешься, когда играешь? И вообще у кого-нибудь получалось заработать все 3 звезды? У меня что-то вообще никогда не получается. Мне кажется, я какой-то вообще нубский нуб во всех играх. Что бы ни пробовала делать, у меня все не получается. И либо получается не так, как должно быть. Либо я правила, может, не читаю? Может, действительно начать правила читать, прежде чем играть? Хотя это какое-то скучное занятие. Кто вообще эти правила придумал? Кто их читает? Не, ну если вы читаете, то вы молодцы, конечно. Я редко читаю. О, наконец-то кубики могу поесть. Опаньки, о, выросла, наконец-то. Я большой пингвин. Лечу, няма-няма делать. Так, интересно, я это создание могу уже съесть или нет? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Ура, есть! Хватит вам за мной охотиться. Теперь я за вами поохочусь. А то устроили тут охоту на пингвинов. Так, ладно, опять ни одной звезды. Ну, я, как всегда, говорю же, ну, полнейший. Так, это что за мусорная свалка? Ладно, ой, что? Не поняла. А что здесь надо сделать? У нас время какое-то идет, а я еды не вижу. Может быть... Так, что-то я не поняла. Может, надо разбросать все там, не знаю. Почему? Что сделать надо? Ребята, я не знаю, что сделать надо. Ёшкин, макарёшкин, реально, что сделать? Почему у меня время уходит? Почему время уходит? Да ладно! Я еды не вижу здесь. Ё-моё, блин, что делать? Ребята, кто-нибудь знает, что делать в этой игре? Так, я, походу, всю еду истратила, выбросила мусорку. А, давай попробуем собрать в мусорный бакет, точно. Секундочку. Давай попробуем собрать в мусорные баки. Вот сюда. Е-е-е! По цветам надо? Да ладно, вы что, издеваетесь? Ну, блин, я, конечно, не уверена, но попробую. Нет, я ж все правильно попала. Так, ну давай. Коробки, короче, мне вообще не нужны, получается. А эту надо ускориться. О! Е-е-е! Так. Эти два сюда. Падайте, ребята. Ребята, падайте. Хоп. Ура! Ну, может быть, и получится звезду какую-нибудь заработать, но что-то очень странно, если честно. Так. А, чуть не провалилась. Сейчас пингвин, ай, борется за чистоту. Ладно, чё? А, ёшкин, макарёшкин, она свалилась, мимо! Ладно, посмотрим, а эти что, коробки в синюю, что ли? Ну, попробуем. Да ладно, они куда свалились-то? Так, ладно. Короче, я нубский нуб, как всегда. Но я поняла смысл игры. Это уже хорошо, между прочим. Да, синий, короче, серые в синюю коробку. Эти в другую коробку. Ну, ладно, пусть без звезд, но поняла. Ух ты, одну звезду смогла заработать. Вот это я крутыш. Конечно, можно было и все заработать, но одна звезда тоже хорошо. Так, ладно, давай посмотрим, что мы здесь должны сделать. Что? Что это такое летает? Это опять какой-то мусор? Да что за мусорное царство вообще?
Так, ладно, давай попробуем это съесть. И это попробуем съесть. И эти баночки. Это какие-то горшки, по-моему, от цветов, мне кажется. А вот палки это... Нет, это... Короче, я не пойму, но походу на меня глюки. Почему это все летает? Почему вообще все летает? Почему я летаю? И все летает вообще... О, я и бокальчики могу. Какие бокальчики? Стаканчики. Надеюсь, это не пластик. О, точно, точно, я помогаю планете. Уничтожаю весь пластик, который здесь есть. Врежу себе, но уничтожаю. Ничего себе, это у меня получается пингвин-спасатель планеты. Так, еще плиты вон есть. Так, ой, ёшки. Это что там было? Кондиционер? Кто выкинул кондиционер? Кто вообще? Это вообще законно? Кондиционер-то зачем выбрасывал? Что? Кто-то выбросил кошку, ребята! Вы видели? Там реально кошка летела. Че, неужели кто-то выбросил кошку? Или она на помойку прилетела, сама что-нибудь поесть, может, решила тут? Ой, ё-моё, она еще и за мной охотится, походу. Ладно, хоть у меня получилось ее сбить немножечко, чтобы она меня не съела. Интересно, вообще кошки едят? Ой, ой, кажется, пингвины едят кошки. Я думала, что интересно, кошки едят пингвинов или нет, и сама, кажется, ей подкрепилась. Ну, ладно, что теперь? Но я ничего не могу поделать. Мне сказано есть, я ем. Тут как бы другого не дано. Кондишн, дайте мне кондишн. Кондишн, ничего такого вкусного. И мусорная ведерко, и пакет мусорный. Каких вкуснятин нам бы наелись. И не хватило нам очков до первой звезды. О, а вот эти кондишн. О, ёшки, это чё? Люди, что, вы видели, ребята? Там роботы какие-то, да ладно? Это вообще ниоткуда. Так, совушки. Совушки летают и кондишены. Так, совушки я могу есть. Да хорошо. О, это что такое? И мусор вот этот могу есть. Главное, мне не нарываться на людей вот этих роботизированных. И вот этих вот, которые летают. Ладно, попробуем не нарываться. Так, а здесь что у нас такое? Кто вообще? Что-то я разглядеть даже не успеваю. Почему он летает? Так, робот. Реально роботы же. Ай, давай, улетай. Давай совушек лучше подкушаем. Блин, у меня уже там минус. Минус миллион очков, ёшкин макарёшкин. Так, совушки еще одна, давай, отлично. Вот так-то лучше. Давай, расти уже, давай, моя прелесть. Моя прелесть, расти. Главное, ни на кого не нарывайся, а то тебя, в общем-то, сразу уничтожат. Так, о чем? А я, больно же, ты что творишь? Че вообще, это вообще законно так обижать бедного пингвинчика? Вот это может быть последнее живое, что у вас тут осталось в вашем роботизированном мире. Вот его поедаете, подбиваете, там, не знаю, обижаете вообще? Обижать вообще никого нельзя? Так, коробочки, ага. Улетаем отсюда. Да ладно, опять врезалась. Да, что ж я замазила-то такая сегодня? Это съели, отлично. Че у нас там еще есть? Да опять он? Да че вы разлетались тут? Идите отсюда. Не даете животному существу пожить тут спокойненько. Поесть животных, там все такое. Так, эту коробочку, раз. О, кондишены могу, наконец-то. Наконец-то что-то дельное. Дельное, самодельное. Так, ага, отлично. Так, и этих птичек тоже подъедем немножко. Так, кондишены кончились. Ё-моё, ну вот. Опять все кончилось. Так, могу мусорку вот эту вот съесть и вот эту вот. О, вот это уже повеселее. О, наконец-то понеслась. Нечего здесь ходить, не мешаться. И тебя съем, не убежите от меня. Так, а где там летающее существо, которое мне мешалось? О, я, кажется, его еще не могу есть. Зато я этих могу. Ой, сколько ж их тут много. О, наконец-то этих тоже могу съесть. То они меня реально замучили. Ай, полиция? Полиция? Что? Блин. Да что вообще такое? Они сами в себя выстрелили? Что, простите? Они реально стреляли? Они стреляли в меня? Они хотели меня прикончить? Ладно, хоть сами в себя попали. Мне кажется, повезло еще. Так, ладно, посмотрим, что мы здесь еще можем съесть. Полицейский мы не можем съесть. А вот этот можем подкушать немножко. Так, этих няма-няма-няма-няма-няма. Так, сколько нам еще жить здесь? О, что-то большое съели. Машинки можем подъесть. Полицейскую не можем, ё-моё. Сейчас, подожди, сейчас и тебя съедим. Да прыгай. Ой, там еще какой-то шаттл ходит. Да ладно. Блин, это что за мир такой огромный, какой-то странный. Я реально таких миров еще не видала даже нигде. Так, полицейские, кажется, тоже теперь я могу их есть. О, это хорошо.
Не будут больше задаваться тут. А то устроили тут беспределие. Пытаются тут показать, что они тут самые главные. Какие же они главные, когда тут такой пингвинище летает? Летающий пингвин, это вам не шутки, между прочим. Так, вы вообще когда-нибудь кто-нибудь, ребят, видел летающего пингвина? Вот и я не видела. А тут еще и роботы сразу, и вообще куча всего нового. Прям открытие года. Так, ладно, посмотрим, чем он тут еще. О, большие можем есть, наконец-то. Эти маленькие... Так, где маленькие, где большие, где хоть что-нибудь? О, еще что-то интересненькое съели. Ага, отлично, вот еще. Шаттл, шаттл, я тебя съем. Автобус? Нет, не съем. Но шаттл съем. Шаттл вкусно. Ням-ням-ням. Это было вкусно, спасибо за ужин. Ой. Ха-ха! Не успела дорасти до этих автобусов красных. И опять не заработала ни одной звезды. Но я ж говорю, нуб настоящий. Что? Это реально странный мир. Посмотрите, дальше... Дальше кошки какие-то... Не, ну кошки ладно. Кошки ладно, совы ладно. Конечно, хотя... Ребята, вы кто-нибудь видел вообще, чтобы совы по улицам летали? Я вот что-то не припомню такого в своей жизни. Опять эти роботы какие-то. Ладно, давай пока сов подкушиваем, так скажем. Надеюсь, меня здесь никто не прикончит, и ладно. Так, давай, лети ко мне, ням-нямный. Ням-нямный, лети ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. О, кошары. Кошаки? Кошаки тоже вам кажется, вам хватит тут жить в этом мире. Этот мир вам не подходит, ребят. Этот мир для роботов и, в общем-то... Ой, вы откуда взялись? Я ж только что вас съела. Они что, там раздражаются, что ли? Они что, там... Они реально там раздражаются? Вы видели? Ребят, сейчас можно не уходить отсюда и просто есть без перерыва этих кошаков. Они там просто появляются и появляются. Очень странно. Откуда здесь столько кошаков? Это реально странности какие-то. Очень-очень странные странности. Ладно, сейчас попробуем еще. Кошочки. Так, кошечки, мои морошечки. Кошечки-мурочки. Малыши-малушечки. Так. Ага, вон птичка еще. Ой, птички. Давай посмотрим, что мы здесь еще можем съесть, кроме кошаков. О, человечище, кажется, я тебя хочу покушать. Ага, вот так вот. Ты помнишь, обижал меня в прошлый раз? Вот ты нечего было обижать. И ты меня обижал, и кошаки меня обижали даже. Даже птички и те пытались меня съесть и обидеть. Это вообще какой-то беспредельный мир. Все хотят убить бедного пингвина. А он, между прочим, добрый, никому ничего злого даже не делал. Даже не хотел делать злого даже. Я больше скажу, он самый добрый пингвин на свете. Они все его все хотят куда-то что-то с ним делать. Ладно, сейчас... О, друзья, кажется, пошла масть. Сейчас устроим тут, в общем-то, мероприятие. Мероприятице. Опаньки. И тебя. О, вот это вкуснотища. Конечно, роботам в этом планете не место. Потому что эта планета для живых существ. То устроили тут роботизированную технику. Вот так-то. И мы даже звезду заработали. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы любите играть в Tasty Planet. И не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Всем пока-пока. И еще не забывайте подписываться на мой второй канал, где я играю в Roblox.